Только монета несимметричная. Хотя, в принципе, если хотите, вначале можно даже считать, что она несимметричная. Давайте так. Вначале будем считать, что она симметричная, потому что считать легче. А потом все равно пересчитаем и для несимметричной тоже все сделаем. Все. Симметричная монета. Берем 4 раза, бросаем монету. И каждый раз записываем, если герб, то пишем единицу, если не герб, пишем ноль. Скажите, пожалуйста, какие у нас тут варианты? 1-1-0-0. Чего это так? Нет, конечно. Варианты будут такие. Либо все нули. Давайте что-то в порядке. Либо, да? Идея понятна? 16 вариантов. У меня нет терпения выписать вам все эти 16 вариантов, но, наверное, для меньшего количества бросков я это сделал в состоянии. Например, что делать, если два броска? Как устроена случайная величина? Здесь это 0, здесь это 1, здесь это 1, здесь это 2. Согласны? Так вот, господа, давайте как сначала просто в точности по определению скажем, чему равны вероятности, чему равно среднее значение и чему равна дисперсия. Для вот этой картинки. Хочу-то я, конечно, для этой, для любого n, понятно, да? Для n просто. Но сначала для этого. Так, во-первых, чему равны вероятности каждой из этих строчек? Разумеется. Разумеется, все вероятности, если монета симметричная, одинаковые и равны 1/4. Отлично. Чему равно среднее значение? 1. Что это за форма такая? Так, я не буду, извините, писать 1/4 каждый раз. Я ее вынесу за скобки, чтобы все время на 1/4. Да? 1/4 от чего? 0 плюс 1. Плюс 1, плюс 2. Сколько получилось? 1. 1. Значит, среднее значение – это единица. Отлично. А дисперсия? Как ее считать? Ну, смотрите, ей можно вот так. Вот здесь видно отличие. В одном случае мы единицу вычли бы из всех вот этих штук, каждый раз возвели бы в квадрат. Кстати, здесь не так сложно, потому что единица – это не дробь, это легко считать. Давайте, я единицу если вычел, то получил здесь минус 1, минус 1 в квадрате – это 1, так? Здесь получил 0, здесь получил 0, здесь получил 1. Значит, надо взять 1 плюс 1 и разделить на 4. И какая же получилась дисперсия? Дисперсия получилась 1/4. Зачем мы вышли? Написано, надо из величины вычесть ее среднее значение. Так? Замечательно. Мог по-другому. Мог наоборот возвести все это в квадрат. 0 плюс 1 плюс 1 плюс 4. Правильно? Разделить на 4. И вычесть из этого, наоборот, квадрат среднего. Среднее мы считали, это единица. Ну, просто говоря, вычесть единицу. Так, замечательно. Это было бы 3 вторых. Слушайте, нет, это не было бы 3 вторых. Смотрите, 4 четвертых как раз уничтожается, остается 2/4, ну, как и положено, это 1/2. Так? Значит, вот для такой случайной величины, для совсем такой простой, мы все сделали. Получилось среднее значение равно 1, а дисперсия равна 1/2. Так? А вот теперь, господа, а сейчас вы сделаете то же самое. Для случая, когда монету бросаем 1 раз и когда монету бросаем 3 раза. Я побоюсь просить вас для 4, но давайте все-таки для 1 раза и для 3 вы сделаете. Сможете? Да, да. И, собственно говоря, табличку я уже, наверное, даже готов выполнять. Одно значение я нашел, а еще 2 значения вы сейчас найдете.
Итак, здесь у нас n, здесь есть среднее значение, здесь есть дисперсия. N у нас бывает такое. 1, 2, 3, 4. Ну, на самом деле, потом-то мы сегодня найдем общую формулу, но для начала мы решили задачу для двойки и получили такой ответ. Единицу и одну вторую. Для единицы совсем легко решить. Нужен человек, который выйдет и решит задачу для единицы. Вообще-то это можно прямо сходу делать. Потому что там значений всего 2, 0 и 1. Принимаются они с вероятностью 1 вторая. Так что найти там среднее значение и дисперсию совершенно не проблема. Что? Среднее значение 2. Дисперсия какая? Когда вы складываете квадрат и получаете ответ минус 1 вторая, это совсем просто. Что? Дисперсия – это среднее значение квадрата. Квадрат не бывает отрицательным. Это верно, но эти величины все-таки равны. И поскольку вот это не бывает отрицательным, то и та не бывает отрицательным. Просто по формуле считать. Есть случайная величина. С вероятностью 1 вторая принимает значение 0. С вероятностью 1 вторая принимает значение 1. Надо найти ее среднее значение. Что для этого надо сделать? Среднее значение 1 вторая, а дисперсия 1 четвертая. Правильно. А доказать? Пожалуйста. Изначально мы составили вот такую же табличку. Ну, гораздо более простую. Да. Да. И каждый шанс 1 вторая. Да, да. Вы все понимаете, да? Угу. Это один бросок монеты, да? Получается 1 вторая. Кстати, да, здесь легко, потому что здесь возвести в квадрат величину, это то же самое, что ничего не делать. Да. Да? 0 в квадрате это 0, а 5 в квадрате тоже 1. Да, и что? Получается, у нас среднее значение, оно как и было, 1 вторая, так и остается. Да, да, да. 1 вторая. Минус. А тут же уже... Квадрат среднего значения, то есть минус 1 четвертая. Да. Отлично. Сколько будет? 1 четвертая. Ну что, нужно следующий герой. Нужно решить задачу для существенно более тяжелой ситуации, когда бросили три раза. Это что, 5? Варианты там вытащили не 5. Больше гораздо. Сколькими способами нужно бросить монету три раза? 8. 8, конечно. Начиная с 0,0,0 и кончая 1,1,1. Давайте, не поленимся написать все эти варианты. Итак, 8 строчек. 0,0,0. Отлично. Дальше. Получается, каждый свой шанс квадратный. Ну, не надо писать. Считай, да, один раз написали, все уже понимают. Да. Каждая строчка с вероятностью 1 восьмая. Да, что дальше? 1 восьмая? Да. На сумму всех этих чисел. 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3. Да. Так, соответственно, 3 на 4, 12. Сколько не нужна, да? Тогда 1 восьмую нужно 12. Сколько бы это было? Это 1,1. 3 вторых, пишите. Да. В табличку. 3 вторых. Отлично. Теперь надо дисперсию считать. Ладно, пойдем по такому же пути. Да. Соответственно, 12 квадратов. Здесь уже сложнее. Здесь надо провести, не, провести вертикальную черту. И каждый раз квадрат возвести. Да. И вот теперь надо их все сложить и разделить на 8. Прямо идите сверху складывайте. Не надо думать, что устно. 1, 1. Сколько там? 6. 11, 15, 24. 15, 9 это действительно 24. Значит, надо 24 разделить на 8. Сколько будет? 3. 3. И вычесть из этого
квадрат среднего значения. Вычесть 9 четвертых. Пишите. 3 минус 9 четвертых. Сколько будет? Это будет 3 четвертых. Будет 3 четвертых. Отлично. Пишем в табличку. Кстати, можно? Да. Да. То, что дисперсия у тебя в 2 раза меньше, чем среднее значение пока что. Да, интересная штука. Тут действительно возникает интересная закономерность, господа. Смотрите, если все эти копии записать с одним знаменателем, что здесь будет? 1/2, 2/2, 3/2. Здесь 1/4, 2/4, 3/4. Поняли? Значит, конечно, возникает гипотеза, что среднее значение – это не что иное, как n пополам. А дисперсия – это n разделить на 4. Это действительно правда. И мы с вами это сегодня докажем. Но перед тем, как это сделать, просто не то, что это нужно для математики, а просто для тренировки, чтобы вы определение запомнили лучше. Мне нужен герой, который вот что сделает. Решит задачу для четырех. Собственно, нет, вы уже были. Смотрите, 16 строчек писать – это вообще слишком. Согласны? Поэтому давайте подумаем, а так ли уж необходимо выписывать все эти 16? Нет. Не повторяющиеся, а похожие. Здесь есть 3 строки с единицами. Значит, там будет 4. Здесь есть строчки с двойками, правильно? Тоже 3 строки с двойками. И здесь есть 1 строчка с тройки и 1 строчка с полями. Да? Да. Слушайте, а давайте подумаем. А когда у нас будут строчки из 4 нулей и единиц? Одна с нулями. Одна с нулями, согласны? Одна с 4 нулями. Извините. Да. А можно же просто каждую из строчек сначала единицу прибавить, а затем ноль. Нет, давайте выпишем. Сколько их будет? Вот таких строчек будет 1, согласны? Да. Строчек вида 1, 1, 1, 1, сколько? Тоже 1. А вот дальше очень важная вещь. Нет, стоп, почему 1? Значение там будет равно 4. Это строчка 1, да? А здесь значение 0. Будет равно 0. Я просто не туда стал писать, мы же договорились. Вероятность писать с этой стороны, правильно? Здесь вероятность 1/16, здесь вероятность 1/16, все нормально. А еще бывают строчки, их несколько штук, поэтому я их писать не буду. Где сумма равна единице. Это что такое? Это 0001, 0010, их 4 штуки. Это 4/16, да? Вероятность. Хорошо. А где значение равно 2? Тоже 1/4. Стоп, нет. Это называется число сочетаний из 4 подвоев. Это сколько? Это 6. Это 6. Все понимают? Да. Это вот что такое? Это 1100, 1010, 1001. Так? Все понятно. Да. Отлично. И, наконец? 3. Ну, это тоже 4, потому что... Это тоже 4. А, кстати, это же... Это есть те самые числа сочетания. Да? Извините, да. Я не помню, как это называется, но треугольник. Там да, треугольник Паскаля, да. Да, 1, 2, 1, это как раз уже 5-я строчка. Отлично. Это правда 5-я, 4-я? А, 4-я. Это 4-х, 4-я строчка. Сейчас нужно считать, кто не боится, среднее значение случайно. Получается, когда значение умножаешь на вероятность и все это складываешь. Где здесь написано значение? Вот написано значение. 0,1, 2, 3, 4. Где вероятность написана? Вот написано вероятность. Вы сейчас должны в каждой строчке перемножить и все это сложить. Чтобы было быстрее, давайте 1/16 увидимся. Пишите, 1/16 умножить на. В скобке будет так. 1 умножить на 0, можно, конечно, не писать. 4 умножить на 1. 4, да? Пишите 4. Плюс 6 умножить на 2 сколько будет? Пишите. И 4 на 3 сколько будет? 12. И, наконец, последнее. 1 на 4. 4. Да. Пишем. Отлично. Сколько мы закрываем? Считаем.
32. А 32 16 это сколько? Это много. Сюда, сюда. Поняли? Да, 4. Отлично. Теперь считаем. Смотрите, у нас есть вот такая формула. А нельзя считать уже по... Можно так. Да, равно и 4. Нельзя, потому что наша цель сейчас довольно убедиться в том, что эта формула верна, да? Если мы будем считать по этой формуле и составить таблицу, ну, это странно. Вы сейчас должны взять новую случайную величину. Квадрат 100. То есть проводите с вертикальную черту, и каждый из этих чисел будет в квадрате. Тогда быстрее. Пишите 0, 1, 4, 9, 16. Отлично. И теперь смотрите, что вы должны сделать. Вы должны написать аналогичную штуку. Это пишите 1, 16 умножить на, только перемножать не так, как вы, а с последним способом. 4 на 1. 6 не на 2 надо умножать, а на 4. Сколько будет? 24. Да. 4 не на 3, а на 9. Сколько будет? 36. Ну и 1 на 16 сколько будет? Да, пишем. 6 плюс 16. Так, ну посчитайте. Я ж не против, я просто интересуюсь. 80. А 80 разделить на 16 сколько? 5. А? 5. Отлично. Это вы посчитали вот это. А теперь надо это посчитать и вычесть. А вы помните, чему это равно? Вот оно написано. Сколько будет? 5 минус 2 на 2. Пишите сюда. Спасибо. Все. Все сделано. Господа, что у нас произошло? Это формула подтвердилась. Так? Мы ее не доказали, разумеется. Мы ее доказали для первых четырех значений n. Так? Сейчас у нас с вами возникает великая проблема. Как доказать эти две формулы? Ну, прям легко. А? Прям легко. Как? Ну, потому что у нас вариант, где каждый вариант можно перевернуть и получить другой вариант. И в них сумма на среднее будет равна половине от количества символов. Супер. Вы абсолютно правильно говорите. Сейчас мы расскажем. На каждый вариант у нас есть какой-то вариант из нуля и единиц, и у нас также есть варианты, где все это перевернуто. Ну, дополнительные. Там, где нули заменены на единицы, а единицы на нули. На самом деле, надо представлять себе эту штуку как n-мерный кубик. Понимаете? Это, когда у вас три варианта, там на самом деле просто вершина обычного кубика, правильно? Пространство. 0, 0, 0, 1, 1, 1, да, положено вершина. Когда у вас n бросаний монеты, то каждому броску соответствует бросок, когда все было строго наоборот. То есть там, где был 0, был единица, и там, где была единица, 0, понятно? И они в сумме дают что? Единицы. Абсолютно правильно. Но из-за того, что их пары пополам. Правильно? Так дошло? То есть мы берем все 2 в степени n вариантов и их объединяем парами. Получается 2 в степени n минус 1 вариантов, так? Но каждый раз сумма уже равна n. А когда вы 2 в степени n минус 1 умножаете на n и делите на 2 в степени n, то получается то самое n пополам. Очень хорошо. Дальше хуже. Что еще осталось? Дисперсию. Вы доказали про n пополам. А надо доказать, что дисперсия n разделить на 4. А вот написано наверху. Словами. Это среднее значение квадрата
отклонение от среднего значения. Вот у вас величина как-то отклоняется от своего среднего значения. Вы возводите в квадрат и берете среднее значение вот этого самого. Написано вверху. М – это среднее значение. Среднее значение квадрата отклонения от среднего значения. Ребята, я сейчас очень сочувствую вам. Потому что абсолютно непонятно, как эту самую дисперсию считать. Это не связано с тем, что мы сам начинаем, что мы, как только отходим от среднего значения, отходим квадрат. Сейчас. В определении уже никто не обсуждает. Между прочим, в истории математики это впервые всерьез сделал Пафнутий Львович Чебышев. На самом деле, за несколько лет до него это же сделал некий французский математик Бьеннеме. Так что не то, что Чебышев сделал самый первый. Но за работу Чебышева это что-то распространилось, и все осознали, до чего же это здорово. И, внимание, это была середина 19 века. То есть, например, Ферма, что такое дисперсия, не знал. Даже Бернулли, который написал первое сочинение о вероятностях, называется «Ars conjectandi» – «Искусство предположения», в которой доказал первую серьезную теорему о вероятностях, так называемый «Закон больших чисел», даже Бернулли не знал, что такое дисперсия, и поэтому делал это все там намного сложнее. После Чебышева эта тема стала совсем простой, как видите, ее можно даже легко рассказывать школьникам, и захотите, вы это поймете. Да? Вряд ли себя сегодняшнего дня, но если захотите, то в общем, разберетесь. А где дисперсия помогает? В законе больших чисел. Сегодня я успею вам его рассказать, но сначала надо успеть ее посчитать. Есть несколько способов подсчета дисперсии. Разрешите, пожалуйста, для надежности я расскажу их, и, пожалуй, до этого я даже еще одним способом расскажу вам среднее значение. Не потому, что среднее значение вы посчитали плохо, вы его как совершенно замечательно, не лучшим образом посчитали, а потому что я хочу немножко пописать формулы, которые вам будут понятны. Смотрите, пусть симметричную монету бросили n раз, так? А давайте-ка мы спокойненько посмотрим, чему в таком случае у нас будет равна вероятность того, что один раз выпадет, ноль раз выпадет, два раза и так далее, n минус один и n. Чему будет равна вероятность того, что герб выпадет k раз? У нас было такое число. Число сочетаний это пока, так? Ну, правда, это столько способов. А вероятность это надо еще разделить на два степени. Согласны? Да. Значит, если вы считаете среднее значение, то вы должны посчитать следующую штуку. Значение величины умножить на число сочетаний из n по нулю и разделить на 2 в степени n. Значение умножить на число сочетаний из n по единице и разделить на 2 в степени n. Значение умножить на число сочетаний из n по 2 разделить на 2 в степени n. И так далее, и так далее. Общий член. Значение умножить на число сочетаний из n по k разделить на 2 в степени n, плюс и так далее, вплоть до последнего. N умножить на число сочетаний из n по n и делить на 2 в степени n. Вот. И нам нужно найти такую сумму. Не так уж и тяжело. Потому что 2 в степени n знаменатель все время одно и то же. Поэтому приспокойненько мы его, да? А здесь будет, смотрите, что сумма k умножить на число сочетаний из n по k. Согласны? Так же записывается. Число на число сочетаний. Ну, а что это сумма? Сумма. Это на вторая. Ну, где вот после? Правда, на 2 степени я забыл, но k бегает от нуля до n. Суммируем. Мы берем всевозможные такие выражения. Здесь это написано подробно, а здесь то же самое написано кратко. Хотя написано вообще одно и то же. Отлично. А теперь преинтереснейший вопрос. Помните кто-нибудь формулу для числа сочетания? Мы ее можем быстро привести.
я не знаю, вывести, не вывести. Мне сейчас нужно, чтобы вы сказали. Оно верно, конечно. Мне нужна явная формула. В знаменателе... А? Если громче. N факториал делить на K факториал. Ну, господа, здесь будьте добры, кто не знает, что свернулся к этому месту в нашем курсе, вспомните. Это важнейшая формула. Понятно, да? Для числа сочетания. А теперь надо взять и умножить это на K. Поехали. Надо написать так, что N факториал умножить на K, разделить на k факториал и на n минус k факториал. Да, только здесь одна вещь еще должна быть, господа. Дело в том, что я сейчас буду сокращать на k, а сокращать не всегда можно. Если k равно нулю, то сокращать нельзя. Поэтому разрешите мне здесь, пожалуйста, написать не меньше или равно, а строго меньше. Потому что, когда k равно нулю, то это слагаемое, это все равно ноль. Согласны? Поэтому я ее приспокойнее могу вот так вот убрать. Да. И, соответственно, теперь я могу сократить. Что здесь будет? К минус 1 факториал, а здесь будет n минус k факториал. Так, а теперь разрешите, я в числителе напишу так. N умножить на n минус 1 факториал. Могу? Ну, n факториал это n умножить на n минус 1 факториал. И вот сейчас я сюда так напишу, да, n делить на 2 в степени n, это вот это n. А здесь написано сумма. Сумма чего? N минус 1 факториал разделить на k минус 1 факториал. Пишу хитрым образом. Не n минус k, а n минус 1 минус k минус 1. Зачем? А подумайте. Сразу все станет понятно. Что на самом деле ты записал? Как вы считаете? N минус 1. Конечно. Конечно. Вот это число сочетаний из N минус 1 по K минус 1. Понятно? Из N по K это N факториал делить на K факториал, N минус K факториал. Так? Вместо n подставляете n минус 1, а вместо k подставляете k минус 1. Так будет? Так. Значит, вот эта вот формула, это на самом деле, смотрите, что такое. N делить на 2 в степени n. Сумма чего? Из n минус 1 по k минус 1 чисел сочетаний. K пробегает все значения от 1 до n. Что это? Сумма всех чисел n минус 1 строки треугольника Паскаля. Кто-нибудь помнит, чего она равна? Вот у вас есть треугольник Паскаля. 1, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Чему равна сумма вот здесь? 8. Чему равна сумма здесь? 4. Чему равна сумма здесь? 2. Ну, и в n минус первой строке чего она равна? 2 в степени n минус 1. Поймите, пожалуйста. В третьей строке была 8 сумма. Так? Вот это третья строка. Вот это вторая строка. Это первая, это нулевая. Вот это было 8. Значит, здесь вот эта сумма будет 2 в n минус 1, так? Да или нет? Да. А если здесь 2 в n минус 1, вы понимаете, что когда вы поделите на 2 в n, будет 1 вторая. И вы получаете ту самую формулу n пополам. Получили? А? Нет, вы ее уже легче получили при помощи симметрии. Но сейчас мы ее получили при помощи вычисления с числами ее сочетания, так? Отлично. Так вот, дальше опять есть два варианта. Можно либо как-то умно, быстро, хитро посчитать эту дисперсию, либо вот так вот посчитать сумму из числа сочетания. Ну как, сможем? Лучше первый. Нет, я понимаю, что быстро всегда лучше, чем долго. Вот. Но с другой стороны, этот способ, он такой довольно надежный. То есть начинаем вычислять, преобразуем, когда-нибудь да, получится. Так, один из довольно простых способов заключается в следующем. А вот давайте-ка, когда у нас монету бросили n раз, то
представим это следующим образом, что мы ее бросили n-1 раз и еще один раз. Поняли идею? Итак, давайте запишем. Сейчас будет очень короткое обсуждение. Значит, что такое n раз? Это n-1 раз и еще один раз. Мне кажется, что это очевидно, правда? И значит, смотрите, как можно записать x. X – это сумма двух случайных величин. Одна – это количество гербов за первые n-1 бросания. Другая – количество гербов при последнем броске. X – это y плюс z. Y – число гербов в первых n-1 бросках. Что такое z? Число гербов в последнем броске. Ну, то есть, z это на самом деле с вероятностью 1/2, 0 или 1, правильно? А теперь все легко. Теперь мы просто-напросто берем и вот эту штуку считаем. Ну, правда, там есть две. Нужно посчитать отдельно среднее значение x квадрат. И отдельно надо посчитать среднее значение величины. Так? Перед тем, как это считать, разрешите, пожалуйста, я вам напишу. С одной стороны, чрезвычайно простую, а с другой стороны, наоборот, одну из самых важных формул теории вероятности. Так называемая линейность среднего значения. Вы, наверное, даже будете смеяться, когда я это напишу, но я не поверю того, что сейчас выгляжу дураком. Потому что эта формула настолько важна, что лучше дураком выглядеть, но все равно ее рассказать. Формула следующая. Если вы берете P1, умножаете на Y1 плюс Z1, P2 умножаете на Y2 плюс Z2, и так далее, Pn умножаете на Yn плюс Zn, и, внимание, это не для монеты, это для любого вероятностного пространства. Любые числа. А вообще любые числа. И пешки, любые числа. А вот никакого. Формула такая. Сейчас будет великая формула. Одна из самых-самых-самых важных формул вероятности. Смотрите. Это P1, Y1, плюс P2, Y2, и так далее, плюс Pn, Yn. Плюс, вы, наверное, уже догадались. А теперь думаем, а какой смысл этой формулы? Если уже теперь P-шки это не любые числа, а те самые вероятности. То есть не отрицательные числа в сумме, дающие единицу. Как называется левая часть? Это то, что было в предыдущем. Среднее значение суммы двух случайных величин. Так? Отлично. А что написано в правой части? Среднее значение плюс среднее значение. Да. На самом деле есть еще столь же очевидная и тоже очень-очень важная формула. А что бывает, когда вы взяли P1, AX1, плюс P2, AX2, где A это одно и то же число, плюс Pn, AXn. Что у нас тогда будет? А можно что? Вынести за скобку. Правильно? Вот. И эта формула как записывается? Среднее значение от какой-то там случайной величины AX это А умножить на среднее значение. Понятно? Обратите внимание, эти формулы верны абсолютно всегда. Абсолютно всегда. Совершенно не важно, какой там смысл, что это за случайные величины, что они там измеряют. Совершенно не важно. В любом случае, среднее значение суммы равно сумме средних значений.
В любом случае, если случайную величину умножить на какое-то число, все значения на одно и то же число, то тогда среднее значение умножилось на это число. Очевидно? Очевидно. А теперь возвращаемся к нашей задаче и понимаем, что все легко. Смотрите. У нас x это y плюс z. Так? А значит, чему равно среднее значение за? Если у нас x это y плюс z, то среднее значение это сумма средних значений. Отлично. А среднее значение y по предположению индукции это n минус 1 пополам. Ну, n единицу меньше, потому что. А среднее значение z? 1 пополам. Ну и дальше замечательная вещь. Сможем ли мы это сложить? Да. Сколько будет? N. Вот смотрите, мы без всякой симметрии, а просто вот при помощи линейности среднего значения еще раз посчитали среднее значение количества диагонов. Так? Да. Замечательно. Заметьте, просто мы уже знаем, что будем вычитать. Вычитать будем квадрат числа n пополам. То есть по-человечески n квадрат делить на 4. Так? Отлично. А теперь надо здесь взять. А я знаю формулу для квадрата. Я y плюс z умею разделить в квадрат. Что у нас будет? y плюс z в квадрате это что? Я понимаю, что это x в квадрате. Это конечно да. y квадрат плюс z квадрат. Y квадрат дальше плюс. 2yz. 2yz плюс z квадрат. Плюс z квадрат. Теперь что нам здесь нужно считать? Здесь нужно взять от этого среднее значение. Так, поехали. Это же сумма. Значит, вы должны отдельно взять среднее значение от y квадрата. Отдельно. Помните, двойку можно выносить, да? Там было. Отдельно среднее значение от yz. И еще отдельно среднее значение от z квадрата. Так замечательным образом все эти величины не так уж и трудно посчитать. Знаем ли мы, чему равняется среднее значение от y квадрата? Не совсем, мы это не считали. Там ведь какая история была. Мы знаем, что n минус 1 разделить на 4 это дисперсия y, правильно? Дисперсия y это n минус 1 делить на 4. А как получалась эта самая дисперсия y? Она получалась так. Надо было взять среднее значение от y квадрат и вычесть n минус 1 пополам в квадрате. Согласны? Ну, поэтому на самом деле формула для вот этого, она получается так. Нужно взять к числу n минус 1 пополам в квадрате, прибавить n минус 1 делить на 4. Но это уже некое такое достаточно скучное вычисление, но я его вынужден n минус 1 пополам в квадрате, это я понимаю, плюс n минус 1 делить на 4. Это я написал первое слагаемое. По индукции можно считать, что я его знаю. Отлично. Дальше вот это слагаемое совсем простое, а вот это слагаемое немножко более трудное. Здесь смотрите, что написано. Здесь надо взять величину y в половине случаев умножить на 0, а в половине случаев умножить на 1. Вот когда в половине случаев ее умножаешь на 0, то что будет фактически? 0. А когда на 1, она не изменится. Значит, как связаны между собой среднее значение y и среднее значение yz? В половине случаев мы величину зануляем. В раз меньше, правильно? В два раза меньше. Замечательно. А здесь еще на 2 умножим. Значит, На самом деле здесь написано попросту среднее значение величины y. Помните, чему оно там равнялось? N минус 1 пополам. Вот пишу. N минус 1 пополам. Отлично. А теперь
среднее значение z квадрат. Все помнят, что z это то ли единица, то ли ноль. 0 в квадрате это 0, 1 в квадрате это 1. Поэтому на самом деле z квадрат и z это одно и то же. Так? Mm-hmm. Отлично. А чего оно среднее значение z? Это было. Нет. Потому что она вторая. В половине случаев у вас монета падает кирпом вверх, а в половине случаев нет. Так? Значит, среднее значение z квадрат это 1 вторая. Отлично. Значит, мы здесь пишем плюс 1 вторая. Господа, что мы сейчас написали? Это длинная формула, но тем не менее, что мы сейчас реально написали? Мы реально написали вот это. Прогрессию. Это не прогрессия, это формула такая. Если каждый раз увеличиваем, мы можем... Нет, стоп. Мы написали эту формулу. Написали ли? Да. Вот, так вот, на самом деле мы еще не все написали. Потому что для того, чтобы найти дисперсию, мы должны еще вычесть вот это. Замечательно. Все помнят, что это такое было? Я помню, что среднее значение икса это было пополам. А вот теперь будьте добры, примените свои школьные знания и скажите, сколько же это будет. Вот это длинное выражение. То, что на левой доске. Вот это все надо посчитать. Надо записать это с общим знаменателем. Советую четверку в качестве знаменателя общего взять. И все равно работает. Переписать формулу, приведя ее к общему знаменателю. Общий знаменатель очень простой. Это 1/4. 4 общий знаменатель, 1/4 выносится. Здесь будет n квадрат, минус 2n плюс 1, плюс n минус 1, плюс 2n минус 1. 2. Ой, плюс 2 и минус n квадрат. Тут n квадрат сокращается, это сразу можно. Это точно. Там еще 2n нужен. Сокращается. И 1 единица. Да. Что остается? Еще 2 сокращаются и остается n. Да. И ответ? 1/4. N четвертых. Вообще-то мы так и обещали. Я не считаю это доказательство, что называется самым коротким из возможных. Это не лучшее из доказательств. Но оно сейчас на доске написано. Мне кажется, что оно понятно. Согласны? Согласны. Значит, главная формула получили верна. Дисперсия это n разделить на 4. Это шо. Среднее значение это n пополам. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Молодцы. А вот теперь, просто чтобы потом не бояться, что я не успею, я все-таки сформулирую и объясню этот самый закон больших чисел в форме Чебышева. Так, вот это уже стираю, считаю, что все это помнят. На самом деле он верен для гораздо более общего случая, чем я сейчас скажу. Я его скажу сейчас только для симметричной монеты. Но для первого раза это уже хорошо. Господа, если мы посмотрим на вот эту величину, то вы ее считаете, есть сами дисперсии, так? Значит, я могу написать следующее равенство. N разделить на 4 равно сумма. Понятно, пишу? Сумма чего? X минус N пополам. Потому что N пополам это как раз и есть среднее значение нашей величины. Да? Возведенного в квадрат. Умноженного на вероятность. Вероятность это единица делить на 2 в степени n. Согласны? А теперь вопрос. Сумма почему? X равняется А1 плюс А2
и так далее, плюс АН, где каждая из ашек, это 0 или 1. Согласны? Угу. То есть у нас, независимо друг от дружки, N бросков, каждый бросок дает нам либо 0, либо 1. Все понимают? Да. И эта сумма состоит из 2 в степени n слагаемых. X это количество гербов. Сумма по всем 2 в степени n бросаем монеты. Так? А вот теперь смотрите, что я могу сделать. Я могу взять и эту самую сумму разбить на две, в которой x сильно отличается от n пополам, и когда x не сильно отличается от n пополам. Я могу где угодно провести границу и некоторые отличия назвать маленькими, а некоторые отличия назвать большими. Понятно? Давайте так сделаем. Поскольку это очень важно, то я не поленюсь отдельно еще раз написать эту штуку, и у нас замечательным образом получится, тот самый закон больших чисел обещания. Так, n разделить на 4, а с ним чуть подержу. Здесь я оставлю только часть слагаемых. То есть я напишу здесь больше или равно. Здесь я напишу сумму x минус n пополам, возведенную в квадрат, деленную на 2 в степени n. А сумма берется, смотрите какая, по всем выражениям, когда x минус n пополам больше или равно некоторого числа y. Y какое-то положительное число. Но при этом у нас по-прежнему x равняется сумме ашек. По-прежнему каждая из ашек это 0 или 1. Постарайтесь понять, пожалуйста, что сейчас происходит. Смотрите, что произошло. Там было на правой доске точное равенство. Так? Это была дисперсия. Это было точное равенство. Часть слагаемых я выкинул. Они, понимаете, что они все там были неотрицательные? Просто что-то в квадрате умножить на вероятность. Да? Понятно, что неравенство? Mm-hmm. Понятно, неравенство. А вот теперь внимание. Вы понимаете, что если x минус n пополам больше или равно, чем y, то вот эта штука не меньше, чем y квадрат. Так? Значит, я могу написать простую вещь. Это не меньше, чем y квадрат разделить на 2 в степени n, внимание, умножить на сумму единиц. Так, а сумма единиц берется какая? Когда x минус n пополам больше или равно, чем y. Ну и про все я уже не буду писать, считать, что вы уже привыкли. Так, пока все понятно? Замечательно. А теперь вопрос. Ну, y квадрат, с ним понятно, ничего не сделаешь, но есть y квадрат. А вот можете ли вы как-то по-человечески сказать, что это такое? Сумма единиц, деленная на 2 в степени n, взятая по всем таким вещам. Что это такое, по сути? Единица делить на 2 в степени n, это вообще-то вероятность. Данной строчки из нулей и единиц, да? Мы берем те строчки из нулей и единиц, когда x минус n пополам больше или равно, чем y. Ребята, для этого есть специальное значение. Это вероятность того, что x минус n пополам больше или равно, чем y. P – это первая буква слова probability. Вероятность. Понятно? Да? А вот это и есть. Обычно его записывают следующим образом. Вероятность того, что
что х отличается n пола больше или равно, чем на х. Не больше, чем n делить на 4y квадрат. Я, правда, боюсь, что вы не понимаете, в чем разница. Разницы нет. Да, вообще никакой. Какие-то числа, какой-то неравенство. А между тем, а давайте-ка мы возьмем в качестве y такую штучку. N разделить на 100. И посмотрим, как неравенство будет выглядеть в этом случае. Вероятность того, что x отличается от n пополам не меньше, чем на n сотых, то есть не меньше, чем на 1%, меньше или равна чего? N делить на 4n квадрат делить на 10 тысяч. Так? А знаете, что это такое? Это 10 тысяч разделить на 4n. Если n большое число, то это число будет очень маленькое. При стремлении n к бесконечности это стремится к нулю. И получается, что вероятность того, что монета после n бросков даст герпов количество, отличающееся от половины, больше, чем на 1%, маленькое. Понятно? Например, если в качестве n вы возьмете те самые 10 тысяч, то получится, что вероятность того, что после 10 тысяч бросков количество гербов будет отличаться от половины, от 5 тысяч, больше, чем на 100 штук, эта вероятность будет не больше, чем 1/4. Так, идея понятна? А при больших n, при еще больших, это будет еще больше. А? Ну, я сказал, в качестве n возьмите 10 тысяч. 10 тысяч бросков сделали, вероятность того, что отличие будет меньше, чем на процент, вероятность того, что отличие будет больше, чем на процент, вероятность будет не больше, чем 1/4. Понятно, да? На самом деле, это совершенно не впечатляет. Это я понимаю. Потому что 10 тысяч бросков – это много. Но, во-первых, неравенство чего шоба, что называется, легко нам досталось. То есть конкретно для монеты можно вывести гораздо более точное неравенство. Ведь смотрите, в каком месте я делал. Я вот здесь вот просто часть слагаю, вообще выкинул, а остальные все заменил на одну и ту же величину, понимаете, да? На самом деле можно поточнее все это делать, и там получится некая замечательная формула, там знаменитая кривая Гаусса, и так далее, и так далее, и так далее. Все это в теории кажется сделано, все это замечательно. Но даже таким грубым способом мы уже понимаем, что все-таки такой закон есть, что если случайно бросаешь много раз, то в среднем будет более или менее 1/2. Понятно?